Почему советских инженеров решили премии за оптимизацию производства? Леонид Кантонович, единственный отечественный обладатель Нобелевской премии по экономике, предложил метод оптимизации распила фанеры, который в 1949 году инженеры Ленинградского вагоностроительного завода применили к раскрою стальных листов и улучшили показатели. Однако, так как вместо теоретического увеличения выпуска на 4%, прирост на практике составил только 2,5%, сотрудников лишили премии. Другой причиной для наказания стало невыполнение заводом плана по сдаче металлолома из-за снижения количества обрезков. Стоит заметить, что из-за поднятой шумихи инженерам все же выплатили премии, а метод оптимизации внедрили в широкую практику.